Если вы зарабатываете примерно 30-50 тысяч рублей на своем любимом деле, на творческой профессии, то есть шанс, есть абсолютно точная возможность зарабатывать примерно 100-150 тысяч рублей и выйти на этот уровень достаточно просто и комфортно. У меня есть система, которая позволяет выйти в творческой профессии с нуля, дойти примерно до миллиона, и там есть несколько этапов. И сегодня мы поговорим о том, как именно взять и начать действовать, как начать менять сознание, мышление, как приобретать навыки для того, чтобы пройти вот эту первую ступень, когда вы уже умеете делать какое-то свое хорошо дело, например, дизайн интерьера, либо тексты писать, либо видео снимать, и как на этом деле начать зарабатывать больше. Здесь у нас не задача быстрее и больше работать, и изучать какие-то программы, а поменять немножечко мышление свое, изменить принципы и подходы к работе по привлечению клиентов, по позиционированию, по увязке делегирования, и тогда у нас постепенно с изменением наших привычек, с изменением наших навыков и с добавлением новых навыков в нашу профессиональную деятельность будет расти доход. Цель клуба, то, что я сегодня презентую, это System Club. Мы решили создать этот клуб в поддержку всех наших участников на дизайн-конференции, потому что неоднократно говорилось, что нужно делать. Да? Чтобы делать, нужно, чтобы был какой-то план. План у вас есть, вдохновение у вас есть, остается поддержка и обратная связь. Мы решили использовать это возможность и помочь вам добиться результатов. Для чего? Для того, чтобы вы росли, для того, чтобы наше дизайнерское и профессиональное сообщество, даже в других темах, не обязательно в дизайне, в текстах, в маркетинге, в видео, то есть все, что связано с продвижением успешного творческого специалиста, оно было вместе с нами и в нашем клубе. Мы решили создать клуб системного результата для творческих людей. Называется он System Club. В чем суть? Мы берем мою систему, большую, состоящую из 7 основных модулей. Эта система уже была адаптирована для наших дорогих программ, которые стоят от 140 тысяч до 360, если это коучинг. И вот эти 7 основных элементов: понимание своего пути, создание продукта, создание упаковки, продажи, далее сложные дорогие продукты, за которые платят больше денег, создание команды и известность. Вот все эти вещи мы переменили на уровень ниже, не на тех, кто зарабатывает 100, 200, 300 тысяч рублей и хочет дойти до миллиона, а от тех, кто хочет выйти вот хотя бы с 50 примерно до 150. Это возможно, это повторяемая методика, но чтобы она работала, нужно двигаться, нужно выполнять задания, нужно менять. Поэтому мы решили на основе вот этого всего опыта помочь вам за небольшой срок, за минимальные символические деньги добиться результата. Моя цель, чтобы вы добились результата как можно быстрее. Для чего? Для того, чтобы вы смогли тоже выступать, в том числе на дизайн-конференции, рассказывать о себе. Для того, чтобы, возможно, вы потом купили мои более дорогие программы и уже перешли там с позиции 150-300 тысяч там, до миллиона и более. Как это происходит с другими нашими участниками. Давайте я расскажу, если вам тема эта интересна. Внимательно смотрите, изучайте эту страницу. Сейчас это пока предварительная регистрация. Чуть позже она будет убрана и перезаписана, но и цена тогда повысится. До цены сейчас тоже дойдем, конечно же. Итак, основные понятия. Это клуб-система для привлечения клиентов. Для кого? Специалистов творческих профессий, дизайнеров, ландшафтников, архитекторов, поставщиков, маркетологов. То есть для тех, кто зарабатывает свои профессии примерно 30-50 тысяч и хочет вырасти в 3 раза, то есть дойти до 100-150. Главный вопрос творческого человека на этом уровне: как я могу зарабатывать больше? То есть первое, что нужно думать, это не как построить систему, а как измениться для того, чтобы просто больше зарабатывать, но не за счет того, что ты больше работаешь, а за счет изменения своего внутренних привычек и расширения своих навыков по упаковке, продаже, презентация всего, что с этим связано. Это уже отработанная методика, мы ее будем вам давать. В итоге результат этого клуба, да, что вы дойдете до 150 тысяч, и такая как раз-таки у нас здесь заявлена и цель, то есть вывести вас на уровень дохода в профессии до 150 тысяч рублей в месяц без создания, что очень важно, системы и без создания компании. Потому что, ну, многим смотрят, когда очень большие документы, им вот кажется, это все сложно, это не про них. То есть не нужно создавать большое количество людей, да, рабочих мест. Вы сами становитесь топ-специалистом, топ-профессионалом, и только уже из позиции топ-профессионала вы уже строите студию-компанию. Это вот ошибка начинающих, которые сразу пытаются создать что-то огромное, да, не имея опыта и навыка привлечения клиентов там, базового самостоятельно и не имея какой-то уникальности. Мы именно работаем с уникальностью и с фундаментом. То есть наша задача здесь сделать фундамент.
Как мы достигаем цели? Любое решение задачи – это некий алгоритм. Если согласны, то отлично, потому что если другие люди добиваются этого результата, а вы видели таких людей неоднократно, и в том числе там, на конференции их огромное количество, то есть более 100-200 человек у нас уже было, и среди вас они тоже есть, то это можно оцифровать и посмотреть, проанализировать, что они делают. Не что они думают даже, что делают, рассказывая со сцены, что у них получилось, а действительно скомпоновать все те алгоритмы, которые есть для достижения результата, в единую систему. Так как я обладаю навыком системного мышления и соединил все необходимые методики, также опробовал их уже на наших выпускниках, я проводил огромное количество, 4 у нас было потока по привлечению клиентов по созданию студии, я там все механики, которые нужны, которые работают, вытащил и соединил в точное четкое понимание, которым я и хочу поделиться с вами в этом клубе. Напоминаю, моя цель, чтобы вы как можно быстрее начали больше зарабатывать, да, и перестали вот, ну, с вопросом подходить, вот как вот мне быстренько получить клиентов. Очень просто, да, надо действовать правильно. Поэтому здесь, по этой системе, вы сможете сделать. Почему не получилось ранее? Если вы хорошо делаете работу, но пока не зарабатываете достаточно, значит, где-то у вас есть какие-то противоречия. Это не домыслы, это просто конкретика, потому что если нет заработка, то значит где-то что-то не так. С этим стоит согласиться, и самая хорошая новость в том, что это можно поправить, и мы будем это править. Всего у нас будет 3 слоя знаний и навыков на отработку. И мы последовательно в клубе постараемся их изучить. Вы будете не один в команде, но об этом сейчас чуть позже. Если вы хотите узнать про стоимость, потерпите немножечко, скоро все будет. Читайте, смотрите далее, либо смотрите это содержание. Первый слой, что мы будем делать, это контент по модулю. Это как раз таки костяк тренинга, 7 навыков. О них я уже сказал, стратегии заработка в творческой профессии. Вы должны понимать, что как вообще возможно, как люди зарабатывают и понять, как вы будете это применять. Второе, это типы клиентов и создание сильного продукта. Не услуги именно, а переквалификация максимальная вашей услуги в продукт, чтобы, чем отличается, тоже буду рассказывать, что, потому что продукт покупают лучше, охотнее, и он в исполнении стоит дешевле. Часть можно делегировать, можно делать самому, но это все автоматизировано. Третье. Инструменты маркетинга. Задача здесь какая? Все, что вы придумали, выше упаковать и донести клиенту в его мире. То есть, чтобы он сам понимал, что вы продаете, да, и что у вас можно купить, а не только вы понимали. Потому что очень часто профессионал хорошо делает свою работу, но не может рассказать нормально об этом миру и клиентам. Здесь мы учимся переворачивать то, что мы видим изнутри, на то, что должен видеть клиент, и то, что он, когда видит то, что соответствует его ожиданиям, он, конечно же, покупает. Далее, продажи и переговоры. Мало получить заинтересованного клиента, нужно обязательно, чтобы этот клиент был, ну, для вас, и чтобы убедить его, даже убеждать не надо, нужно показать ему свои ключевые стороны и провести некие собеседования, да, с клиентом, для того, чтобы он приобрел вашу продукцию. Это называется продающая сессия, это называется переговоры, то есть так, чтобы клиент пошагово, последовательно действовал по вашему алгоритму, и тогда с большой долей вероятности он купит. Если клиент придет и будет задавать вопросы, то, скорее всего, он узнает, что вы предлагаете, скажет, я подумаю, и уйдет. Вот чтобы этого не происходило, нужна вот эта система по продажам переговорам, хотя бы базовая, да, то есть вам не нужно быть супер продавцом, вам нужно просто действовать правильно, и не нужно не действовать неправильно. Пятое, дорогие услуги и продукты. Что можно еще добавить в стоимость, когда вы повысили, допустим, свой доход там, до 100 тысяч рублей на работе, да, именно на производстве, у вас хорошие клиенты, клиенты повысились, что еще можно? Еще можно добавить дополнительные услуги, это услуги либо партнерские, либо расширение своей линейки, цепочки услуг, потому что клиент, который уже к вам пришел и который вам доверяет, ему продать дальше гораздо проще. И именно здесь тоже кроются дополнительные деньги, вот эти дополнительные 50 тысяч рублей, которые позволяют выйти с 50 до 150. Все это уже в системе описано, вы сможете это просто взять и применить для себя с нашей поддержкой и с поддержкой наших единомышленников. И седьмое, тоже очень полезное и понятное, но нужное, это личный бренд и психология роста. Психология роста заключается в том, что нам нужно верить в свой успех, понимать, как он работает, что у нас в голове должно поменяться, чтобы это работало. И второе, это работа над личным персональным брендом, потому что наш продукт, он, особенно в дизайне, либо в творческой любой профессии, он очень тесно связан с нами. И многие клиенты покупают что-то у кого-то, может быть, даже хуже качество визуально, или вы думаете, ну, наверное, встречались, да, что там дизайн вообще ни о чем, а у них толпа клиентов. Это почему? Потому что личный бренд очень связан с нашим продуктом, неразрывно практически он связан. И здесь вот на начальном этапе нужно не то, чтобы стать суперизвестным, да, чтобы о тебе видели и приглашали на конференцию, хотя это тоже классно. Здесь нужно хотя бы просто упаковать себя и объяснить свои принципы. То есть мы создаем не личный бренд публичный такой, что вот нас все знают, а личный бренд профессиональный, именно вот внутренний личный бренд, и начинаем это транслировать. То есть по сути мы вытаскиваем свои принципы, выявляем их в уникальности и начинаем транслировать потихонечку везде, где у нас есть касание с клиентом. Это тоже мы будем простраивать и будем делать все это вместе с вами. Но это еще не все, как говорится, в хорошей рекламе. Второй слой – навыки личной эффективности.
Здесь очень важная часть, естественно, потому что продажа в основном это психология. Нам нужно понимать тип нашего клиента, что это за клиент, как он мыслит, как мы можем быть уверены в себе, потому что клиент покупает уверенность, он покупает надежду, он же не видит продукт в итоге, он покупает только то, что ему кажется, что вы все сделаете. Поэтому очень важно здесь внутренний настрой. Чтобы его получить, нужно побороть внутренние конфликты, нужно научиться копирайтингу, описывать смыслы, ну, либо делегировать эту часть выступления, тоже если планируете делать, либо записывать вот видео такие, либо записывать выступления на публике, либо просто вести инстаграм-блог, либо сторисы записывать. Все это нужно уметь делать, это тоже технология, нужно не стесняться, нужно научиться это делать. Чаще всего люди и профессионалы умеют это делать, но внутренняя какая-то зажатость, внутренние блоки, они не дают двигаться вперед. Мы будем работать именно с психологией, с внутренними блоками, я расскажу какие-то свои фишки, открытия, ноу-хау, то есть я же тоже не стал сразу же это все рассказывать, мне прошел очень долгий путь и внутреннюю трансформацию, человек, который вообще не видит, не приемлет какое-то выступление и написание, до того, что мой текст продавал на миллионы, именно текст, я текст писал такой, что вот он продавал очень хорошо, и видео мои тоже продавали очень-очень хорошо, и выступления, ну вы мои видели, в принципе, я думаю, многим они нравятся, вот я научу, как это делать, не говорю, что вы прям сразу же это будете делать, конечно, это задача уже более дорогой программы, потому что мы говорим о более высоком уровне, и персональной работы, но на базовом уровне дойти, чтобы с 50 до 150, это абсолютно легко, это можно сделать, ну, достаточно быстро. И последнее, это мотивация, как избавиться от лени, если она у вас есть. Я знаю, что многих профессионалов останавливает именно непонимание, незнание пути, и это приводит к лени, к непониманию, что делать, к тому, что настроения нет, в общем, к тому, что вроде все что-то делают, а у меня руки опускаются. Это тоже психологическая история. Наш мозг создает некие такие хитрые вещи, да, которые говорят, подожди, ничего не делай. Вот мы будем с этим тоже бороться и победим всю эту историю абсолютно точно. Потому что есть способы, это все уже изученная история, я буду это рассказывать. И третий слой – это обратная связь и примеры. Конечно же, недостаточно контента. Контента сейчас очень много везде. Наша задача, чтобы вы двигались последовательно, у вас все вопросы будут основные, разобраны, систематизированы. Не конкретно, может быть, даже ваш, но как бы общие вопросы по группе, которые всем мешают, всем помогают, они будут освещены и систематизированы. Вы будете их видеть в виде заданий, в виде занятий, в виде каких-то бонусных дополнительных материалов. То есть моя задача, чтобы вы как можно быстрее выросли в доходах и, соответственно, получили результат. Это задача этого клуба. Второе, это успешные и неуспешные примеры коллег с объяснениями. Это очень ценная вещь, потому что успешных успеха очень много, да, неуспешных кейсов не так много. И вы будете наглядно видеть, как, допустим, делают упаковку ваши коллеги, как они описывают себя. Вы точно будете видеть по моим инструкциям, стратегиям, то есть что они делают правильно, что неправильно, и сможете смоделировать успешные вещи, которые вам подходят, и не делать те ошибки, которые они допускают. Таким образом, раз у нас в клубе будет достаточно много человек, вы сможете просто иметь огромнейший архив, как правильно и как неправильно. То есть это только это очень ценное. Информация, только это очень ценный результат вообще участия. Вы знаете, как, что работает, а что не работает. Мы будем писать отчеты, будем делиться информацией. То есть списать точно не получится, но смоделировать получится. Почему списать не получится? Потому что у каждого будет своя уникальность, но фишки, инструменты, стратегии, которые есть у каждого человека, вы можете взять и адаптировать для себя. Вот это самое важное. Далее, очень важная часть, что мы работаем система. Никакой у нас хаоса, не попробуй получится, попробуй не получится, этого не будет. У нас абсолютно четко будет система, которая последовательно ведет к результату. Это отличие моего подхода, отличие моего обучения, отличие вообще всего того, что я делаю. Все, что я делаю, происходит через систему, через соединение каждого элемента из этих семи, которые я рассказывал, с последующим. Что это значит для вас? Это значит, что вам не придется какие-то вебинары дополнительно смотреть, мастер-классы, участие в них. У вас будет единая система в этом клубе, которая захватывает вообще абсолютно все сферы жизни, в том числе даже и по личной эффективности. Я об этом не сказал, но бонусы там тоже такие планируются. Поэтому системная работа, если это про вас, если это ваше, если у вас понимание пути и исследование по нему идет желание делать системно, то это вам очень сильно поможет. Также будет больше практики. Вы в клубе прекращаете потреблять различный контент и сосредотачиваетесь на именно той системе, о которой мы идем и рассказываем. Преимущества и особенности, да, расширение границ, то есть вы увидите, что еще может быть и какие есть варианты, куда вообще можно прийти. Это очень хорошо, потому что когда мы не видим вариантов, может блокировать наше развитие. В принципе, частично это решает дизайн-конференция, да, кто был, кто ходит, это очень полезная штука. Вселяет уверенность в успех, да, у кого нет уверенности, получится ли у меня, есть куча примеров, вы их увидите, вот они, ваши живые люди, вы с ними можете посоветоваться, пообщаться, и не только я буду что-то рассказывать, но и другие люди, вы сможете смоделировать их опыт. Ясность продвижения и рекламе профессионала, абсолютно вам не придется больше в маркетинге разбираться, я эту систему по маркетингу разобрал детальнейшим образом, у меня есть точное, четкое понимание, базовое, легкое, вам не нужно всю книгу изучать, там очень простые 5 шагов,
шагов, которые нужно осознать, и вы можете применять это абсолютно везде, в любой профессии, даже в любом бизнесе. Очень важная тема – это сообщество профессионалов. Именно я хочу собрать такое плотное, четкое сообщество, где мы будем поддерживать друг друга, где мы будем давать полезные комментарии, где у нас будет комфортная среда профессионалов, которые не ноют, а делятся именно результатом и ведут вместе друг с другом с результатом. То, что вот мы видим в наших сообществах на дизайн-конференции, вот эту сплоченность и желание научить и помочь своим коллегам, чтобы они добивались единого результата. Для чего нам это все? Для того, чтобы повысить статус дизайнера, для того, чтобы повысить статус профессионала, чтобы повысить профессиональные какие-то стандарты мы будем вводить, соответственно, чтобы клиенты покупали у вас и у ваших коллег и не обжигались. То есть члены клуба будут очень-очень востребованы на рынке, это же я обещаю, моя работа будет в этом заключаться. И также в клубе состоят многие наши ученики, выпускники, кто у нас учится на более дорогих программах, им просто здесь тоже будет полезно и интересно, они будут делиться с вами своими рекомендациями, советами, то есть то, что они сейчас проходят и делают, мы будем их приглашать, они будут рассказывать, как они были тоже на уровне 50-100 тысяч рублей и как дошли там 200-300 и более, то есть как они построили систему, вы можете у них тоже посмотреть, как у них, что работает. Я думаю, что они тоже будут участниками. И что самое важное, что многие люди, многие компании приходят уже в наш клуб для чего? Для того, чтобы смотреть, как работает, и самое главное смотреть на то, как вы развиваетесь, то какие вы профессионалы, и с нашими коллегами, партнерами вы можете найти работу, потому что если люди видят ваши отчеты, видят, как вы развиваетесь, видят ваши ключевые преимущества и ваши работы, то это отличная тема для того, чтобы найти сотрудников себе, создать команды, создать партнерские какие-то связи и работать именно в тандеме. Самое главное, что все это работает в единой системе, то есть это не разрозненные знания, мы по единой системе вместе идем. Это очень полезная такая история, получается коллаборация и нетворкинг. И поддержка, конечно же, да, я буду обеспечивать доброжелательную атмосферу, нацеленную на позитивное общение, то есть если кто-то вдруг хочет понегативить, он исключается, сразу могу сказать, то есть у нас идет именно на позитив, и позитив пропагандируется, потому что куда смотришь, туда идешь. Мы всегда работаем четко, аккуратно и конкретно, да, при этом мы не будем захваливать, да, если где-то надо поругать, мы конструктивно поругаем, но в основном это, конечно же, именно поддержка, что получится, и будем давать позитивный настрой, позитивная стратегия для продвижения, поэтому если вы позитивно настроенный человек, вам точно к нам. Какие ограничения? Нужно обязательно владеть навыком создания продукта, причем любой, да, либо услуги. Это может быть дизайн, это может быть тексты, это может быть другой профессиональный ваш какая-то навык, который будет полезен там дизайнерской индустрии. Мы, в принципе, берем и маркетологов, то есть разных людей, которые находятся на этом уровне. Самое главное, что вы уже должны уметь делать работу, то есть мы здесь в этом клубе не будем учить вас делать там дизайн, либо там учить детально каким-то профессиональным навыкам. Здесь мы именно нацелены на рост по доходам, потому что детальные навыки – это навык-процесс, то есть он учится каждый навык, неважно, что копирайтинг, видеокопирайтинг, создание дизайна, он учится от месяца до нескольких месяцев уже другой работы, то есть это немножко не то. То есть в клубе у нас в основном идет именно привлечение клиентов и заработок. То есть все остальное вы должны уметь, либо записывайтесь на дополнительные какие-то курсы, которые помогут вам поднять именно профессиональный навык. Мы не будем углубляться там, в Photoshop, в 3D Max и все остальное, то есть это не про это. Для этого есть отдельные специализированные. Не учим профессиональным навыкам. Иногда даем комментарии, да, если они нужны, даем по каким-то самым важным вещам, то есть как написать текст, как сделать видео, как сделать рекламу, это все вот про это будет в клубе обязательно. А как сделать планировку, например, в качестве исключения можно, но это не цель, опять же, этого клуба, чтобы вы не перепутали. Также мы не работаем с неудачниками, да, то есть те люди, которые всегда ноют, у которых всегда все не получается. Я считаю, это черта характера, человек именно настроен не на то, поэтому к нам не надо приходить негативно настроенных, либо настроенных на неуспех. Мы в основном идем именно с теми, кто позитивно идет. И по подходу, если вы зарабатываете более 150 тысяч, уже больше, то, скорее всего, те информации, навыки, которые я буду давать, они будут в клубе вам, не очень как бы для вас будет немножко казаться мимо, но если вы воспитываете сотрудников, вы можете перенимать мою информацию, которую я даю, и использовать для того, чтобы коучить своих сотрудников, да, двигать их вперед. Таким образом, вы можете постепенно помогать вашим сотрудникам становиться лучше, да, то же самое общаться с клиентом. Естественно, не всю информацию вы можете передавать, но вы можете как-то брать то, что вам нужно, перекомпоновывать для себя, да, и помогать сотрудникам расти, потому что задача руководителя, если вы больше 150 тысяч зарабатываете, именно помогать сотрудникам расти. Но вообще по факту, если вы зарабатываете более 100-150 тысяч, и вы уже сильно не дополучаете, не записавшись к нам на более премиальную программу, которая стоит там от 300 тысяч, 120 базовый блок, да, и 300 тысяч основной, годовую, там вы просто абсолютно быстро и четко
пройдете весь этот путь именно с моей поддержкой. То есть это для тех, кто больше зарабатывает 150. Ну а для тех, кто меньше, соответственно, в основном этот клуб. И в этом клубе моя задача добить вас до 150, чтобы вы скорее перешли уже на серьезный уровень, перестали в песочнице возиться и перешли там на доходы там, 300, 500 и миллион. Это изменение мышления, все то же самое. Изменение стратегии, изменение подхода, создание новых продуктов, систематизация, найм менеджеров и людей. Но об этом все в следующий раз отдельно. Формат какой будет? У нас будет телеграм-чат для общения и обсуждения заданий, закрытые материалы, теория и практика в системе, прямые эфиры, вебинары будут тоже. Задание построено так. Блок теории открывается каждую неделю. Всего планируется 52 темы в год по маркетингу, продажам, копирайтингу, мышлению, системе. Ну, все, что касается на этом уровне. Все, что вам нужно. Я сам выбираю материалы и адаптирую их для этого уровня от 50 до 150. Буду давать примеры и шаблоны, что делать. Интересное задание для закрепления, обязательно, чтобы вы смогли это применить на практике. Время на выполнение, потом вы выкладываете задание. Разбор с обратной связью, будете смотреть какие-то комментарии, которые я даю для других ребят, да, комментировать друг друга. И также сможете свои тоже выложить, чтобы получить тоже на них какой-то обзор. Да? То есть тут не обещается каждому, да, это не индивидуальная работа, естественно, но самые основные какие-то интересные задания, ну, рандомно мы будем выбирать и комментировать. То есть здесь обратная связь, она не обещается, да, потому что цена здесь минимальная, здесь именно идет работа на том, что вы сами учитесь в среде. Если вам нужна индивидуальную работу, индивидуальную обратную связь, можете отдельно всегда у меня взять консультацию, купить курсы, и там мы будем с вами работать уже индивидуально. Здесь мы идем именно в группе. Веселее, быстрее, дешевле, возможно, да, вам это будет более актуально. То есть это еще один формат, в котором мы пока не работали, и я сейчас его хочу открыть. Я думаю, что со временем, если у нас там будет много достаточно участников, он, в принципе, станет каким-то основным. Может быть, клубом мы потом сделаем и для более премиальных, дорогих программ. Посмотрим. Пока начинаем с этого и надеюсь тут на вашу поддержку. Чего не будет? Свалки знаний, что здесь... Много материалов, вебинаров, YouTube-роликов, идите разбирайтесь. Нет, мы наоборот ограничиваем ваши полезные информацию для того, чтобы информации было не так много, чтобы вы могли успевали делать. Каждую неделю у вас там будет где-то полчаса, час, может быть, полтора часа видео, материала, плюс там шаблон каких-то инструкций, заданий парочку будет, чтобы вы в комфортной среде спокойненько параллельно со своим работой что-то могли сделать и принести к результату. Таким образом, это все у нас раскладывается на год примерно, да, может быть, даже больше, там у кого как, кто, каждый идет в своем ритме. Материалы у вас сохраняются, которые вы получили, а новые открываются по мере прохождения, да, либо по мере просмотра, если вы хотите просто смотреть, тоже это возможно. Но, как правило, конечно, нужно участвовать. Не будет сложных схем, делегирования, построение студии. Да, то, что я сейчас буду давать от 50 до 150, вам не нужно будет строить суперкомпанию, суперкоманду, вам не нужно будет систематизацию, вам нужно будет чаще всего только работать с упаковкой своего продукта, что у вас есть, может быть, подкрутить немножко продукт, сделать уникальность свою и все это дело транслировать без каких-то особенностей. Да? То есть это достаточно простая технология, я удивляюсь, почему многие не делают. Ну, хотя почему удивляюсь? Я думаю, что просто многие не знают этот путь и ищут какие-то сложные формулы, да, хотя все достаточно просто, если делать все пошагово. Также не нужно будет вложение денег. Моя философия такая, что не нужно вкладывать, пока вы не сделали упаковку. Как только вы сделали упаковку, вы получаете результаты. Как только к вам идут клиенты, тогда уже можно вкладывать дополнительные деньги там, на обучение, на еще что-то, на рекламу, на создание более дорогого сайта. Пока мы все делаем своими руками, в партнерстве с кем-то, может быть, в коллаборации, но мы не тратим лишних денег. То есть вы платите только за участие в клубе, все остальное делаете сами и за счет этого учитесь. Не нужно будет нанимать кого-то, если вы этого не захотите. Но, опять же, запрещать я вам не могу, если захотите нанять, наймете. И никакой воды не будет, наоборот, будем стремиться выжать минимальную и необходимую информацию, чтобы вам было не скучно, интересно, в общем, будем делиться с вами только нужным. Сколько стоит? Ну, как вы думаете, сколько такое стоит вообще в целом, да? Клуб планируем мы продавать примерно за 3-500 тысяч рублей. Дойдем в итоге в год до 4900, то есть я считаю, что участие в такой программе, оно в принципе, ну, как бы каждый работающий там, человек может спокойно там себе позволить, если вы доходите там до 150 тысяч спокойненько за эти деньги, то в месяц можно примерно столько платить за то, что участие в клубе, оно будет в любом случае окупаться, да, и оставаться. При этом материалы тоже остаются и вся поддержка тоже есть. У нас будет акция, естественно, я сейчас делаю только запуск, у меня, видите, описание тоже без картинок, без всего, это предзапуск, я вот первое самое видео, у меня возникла идея для поддержки создать, я его записываю, вот, поэтому 10-12 октября цена у нас фиксирована, кто смотрит это в записи, возможно, цена уже повысилась, но незначительно, то есть у нас будет повышение цены с набором людей, то есть первое там повышение до 50 человек, потом 100 человек, потом далее, то есть как только будут набираться новые люди, цена будет повышаться, но хорошая новость в том, что цена будет оставаться для тех, кто уже участвует, она будет навсегда. Я предлагаю вам как раз таки зафиксировать цену вот 1900 рублей всего лишь, это при помесячной оплате, либо всего лишь 18 тысяч
рублей в год, да, при этом экономия будет 4800. То есть это, ну, я думаю, что подъемная сумма для тех людей, которые серьезно настроены. Если у вас таких денег нет, если такое вложение для вас чересчур ну, опасное, да, и я не знаю, сколько вы зарабатываете, да, то есть может быть вообще ничего. То есть если для вас это слишком много, тогда вписываться не надо. Надо начать зарабатывать на своей профессии 50 тысяч рублей, да, примерно, и потом уже приходить в клуб. Тогда будет все нормально, там вы сможете расти больше. Вот, поэтому рассчитано у нас все примерно на такую цифру. Вот это очень, мне кажется, хорошее условие для старта, для начала. Сейчас мы собираем именно костяк нашего клуба, да, с которым будем работать. Сейчас я буду вкладываться максимально в ваше развитие. Ну, для чего? Потому что хочу показать вас тоже кейсы, результаты. Акция у нас на время конференции. Еще раз говорю, кто смотрит это видео в записи, смотрите описание, ссылку под этим видео. Возможно, цена уже повысилась, но незначительно. То есть будем повышать пока, ну, не так сильно. А те, кто оплачивает 1900, то цена фиксируется навсегда. И вот сколько бы вы там ни учились, год у вас будет примерно эта сумма. И вы участвуете в клубе, пока не добьетесь результата. То есть моя задача — вывести вас на этот результат. А ваша задача, соответственно, следовать инструкциям и делать. Клуб создан для того, чтобы помочь участникам конференции оставаться в сообществе и внедрять полученные знания на практике. О чем это говорит? О том, что многие мы говорили, что многие темы забываются. Вот здесь вы не забудете, у вас будет систематизировано, структурировано все информации, все, что вы будете необходимо для вас, мы будем записывать. Также я буду собирать обратную связь, потому что, ну, моя программа — это моя программа, но возможно, у вас будет более какие-то важные запросы, вы их будете мне озвучивать в чате, у нас будет чат, соответственно, я буду по этим темам вам вот такое видео, как сейчас, четко, структурно, последовательно, но не продающее, да, именно уже конкретное по системе буду расписывать и рассказывать. Поэтому вы сможете тоже поучаствовать в создании программы. Именно первые у нас 50 участников, кто сейчас записываются вот по этой стоимости и сейчас на конференции, участвуют в создании этого материала, этого продукта. В следующий раз я уже буду показывать о вас, что у вас получилось, какие у вас результаты. Также вы все вместе попадаете в базу надежных там поставщиков-подрядчиков, мы будем о вас тоже рассказывать в специальных социальных сетях, рекламировать, то есть тут еще и реклама будет. Приглашаем в том числе и поставщиков, только надежных поставщиков, кто действительно качественные продукты делает. Вот на конференции у нас были замечательные ребята, то есть я сам походил, посмотрел, что делают очень классные продукты, и я думаю, что вам тоже будет интересно поучаствовать в этом клубе. В нашем клубе не будет спама никакого, то есть это не то, чтобы продавать друг другу что-то, это просто для того, чтобы делиться знаниями, помогать систематизировать, в общем, двигаться вперед. Это очень важная вещь. Стоимость бронируется вами на все действие клуба, то есть пока мы будем работать, у вас будет стоимость такая. Для вас она повышаться не будет. То есть если через там полгода, через год у нас будет стоимость 2500, 3,5, 4000 и так далее, для вас она всегда остается на 1900. Но это еще не все, да, то есть эту же стоимость вы можете дальше зачесть, если вы решите участвовать в дальнейшем в более дорогом клубе и в более дорогой программе там за 100, за 300 тысяч, все, что вы заплатили здесь, вы можете вычесть, получается, из той стоимости. Вот такой еще дополнительный бонус для тех первых участников, кто сейчас регистрируется. Этот бонус, в принципе, потом, скорее всего, будет недоступен. Итак, что вы получите? Давайте по факту. 4 тематических занятия в месяц по упаковке, маркетингу, продажам, психологии, личным навыкам согласно плану и расписанию. Я расписание пока не вывешивал, но скоро оно будет готово. Скоро мы стартуем клуб, сейчас набираем первых участников. Домашние задания для выполнения, чтобы перейти с 50 до 150. Постепенно переходить, будем смотреть, что у вас уже есть. Вы все, что есть, будете выкладывать на разбор из материалов. То, что нету, вы будете, соответственно, дорабатывать. То есть мы будем помогать вам двигаться с помощью домашних заданий. Одно занятие с разбором заданий и неформальным общением. Ну, здесь я как бы обещаю одно занятие, по факту может быть несколько. То есть я здесь минимально как бы базовый пакет даю. Дальше, естественно, бонусы возможно, но я просто сразу не стал обещать много, да, чтобы, ну, минимум такой, а там уже как пойдет, потому что мне пока интересно, я люблю это событие. Если я 10 лет делаю дизайн-конференцию, то, наверное, здесь я уже буду тоже продолжать именно в таком формате. Информации много, полезной, моя цель — помочь именно вам. То есть я горю помощью людям именно в развитии. Я вижу, как это можно сделать, поэтому если будет что-то дополнительным бонусом, я думаю, что вы не расстроитесь, а мне будет тоже приятно передать вам дополнительную полезную информацию. Доступ в чат сообщества для обсуждения, общения и комментариев. Единый чат участников клуба у нас будет. Шаблон раздаточных материалов и задание PDF-презентации. Я подготовлю для вас какие-то раздаточки, какие-то у нас будут системы, чек-листы, в общем, все, что необходимо. Опять же, не то, что там все детальные договоры, да, вам это пока не надо даже. У вас будет, допустим, какие-то минимальные необходимые там чек-листы по созданию там сайта, шаблоны сайта, хорошо работающие, какие-то чек-листы по выступлению, то есть все, что нужно вам, чтобы можно было повесить, посмотреть, использовать как записную книжечку в телефоне для того, чтобы подготовиться для презентации, допустим, клиента. Вот такие вот чек-листы, PDF-ки тоже вас ждут.
ждут внутри. Опять же, это все для уровня 50-150. Почему? Для такого уровня я всегда говорю, потому что все, что более 150 и выше, это создание системы, там другие документы. То есть вам придется перелопатить и использовать другие документы, то, что мы проходим на курсе создания студии. Поэтому документы разные, но вам я тоже подготовлю все, что необходимо для, ну, будет по заданиям. Также у вас будут примеры удачных и неудачных решений. То есть все, что мы будем смотреть и комментировать, у вас будет оставаться, вы сможете всегда посмотреть, вот так делать хорошо, вот так делать нехорошо. Набор инструкций, как повторить результат урока самостоятельно, да, чтобы вы каждый раз ко мне не обращались за советом, чтобы вы сами поняли логику, структуру и научились делать свое продвижение на автоматическом уровне и никогда не испытывали недостатков клиентов, и за счет этого вышли на более серьезный уровень, получили новые интересные заказы. В клубе вы будете видеть свой результат каждый месяц, мы будем отчитываться там о недельных результатах, о месячных результатах, ну, у кого есть желание стремиться, да, будем сравнивать, как мы изменились, и будем делать отчеты самых лучших людей, кто больше всего внедряет, да, мы пригласим на конференцию, вы сможете тоже об этом рассказать. Стоимость участия в клубе, вводите сюда email, оплачивайте, стоимость пока такая, если она изменится, если вы смотрите в записи, возможно, она уже изменилась, это значит, что клуб уже работает, и мы набрали более 50 участников, поэтому не теряйтесь, первая стоимость, первое повышение будет уже очень скоро при наборе 50 участников. Почему регистрация именно сейчас? Кратко расскажу. В целом, клуб только начинает свою работу. Да, я ее только сейчас анонсирую и запускаю, поэтому сейчас я буду вкладываться по максимуму именно в вас, и именно с вами будем отрабатывать то, что нужно. Особые условия для участников дизайн-конференции, что не сгорает оплата. Это только для тех, кто сейчас вносит. В дальнейшем это условие будет отменено, то есть первые вот у нас участники, 50, у вас оплата сгорать не будет. Далее посмотрим уже, значит, по повышению цены, как это будет работать. Не обещаю, не уверен. Цена будет повышаться. В целом мы рассчитываем, что клуб будет более дорогой, то есть потому что ценность информации, которую мы даем, она сравнима с дорогими нашими курсами, продуктами. Вот я думаю, 3500 это точно будет такая цена. Через год, я думаю, даже уже 4 или 5. Но пока вы можете за 1900 ее забронировать. Поэтому понимаете, если это цена, принимайте участие именно желательно сейчас. Мотивация. Здесь есть два способа заставить действовать, то есть я бы мог вас сейчас говорить, что пока вы там не купите, не внедрите, у вас ничего не изменится, пока вы ничего не будете менять, не изменится, в жизни тоже ничего и деньги не придут, но я не про это, то есть у нас подход позитивный, я понимаю, что меньше, скорее всего, осознанных людей привлеку, но в клуб я хочу видеть именно осознанных людей, готовых работать, понимающих, что это не все не случайно, а именно результат работы, ваш успех только от вас зависит. Вот, поэтому я наоборот рассказываю, что если вы будете работать, у вас будет позитивный эффект, и пугать я вас не буду, я буду наоборот давать только конкретные алгоритмы и буду мотивировать вас положительным результатом, а не отрицательным. То есть отрицательной мотивации я не хочу вам давать, хочу только положительную. Мы нацелены и работаем только с людьми, которые именно сами двигаются вперед и положительно мотивированы. И результаты выпускников. Предлагаю вам тоже выступить, члены клуба. Я думаю, что мы выбьем вам несколько минут или выступлений, да, для того, чтобы рассказать о себе, о своем результате, то есть самая большая трансформация, то есть был на конференции, внедрил информацию, внедрил навыки и хочу поделиться, как у меня это получилось, это будет очень сильно вдохновлять в том числе начинающих ребят для того, чтобы двигаться вперед, как ваши успехи. А моя, соответственно, будет задача вложиться в вас по максимуму, чтобы эти результаты вы добились, будем работать вместе. Вопросы и ответы. Чем клуб отличается от тренинга? Очень просто. Цель клуба – это увеличить доход. Здесь мы работаем именно на результат в плане денег. А цель курса – это внедрить навык. То есть вы берете какой-то навык, там переговоров, продажи, и системно его разбираете. Системно значит, что не единовременно сейчас, чтобы просто продлить там доход, а разбираетесь вообще в целом, как это все работает. Например, маркетинг, либо продажи, либо систематизация. То есть это большой процесс. Вот, поэтому если у вас есть деньги, если вы нацелены серьезно, детально, то, конечно же, лучше курс. Клуб вам тогда тоже, может быть, как дополнение подойдет. То есть это не взаимоисключающие вещи, скорее дополняющие. В клубе мы добиваемся результата по финансам, по деньгам, в курсе мы учимся навыкам. Вот такая вот особенность. Поэтому, если вы хотите курс покупать, либо навыки, это тоже можно и нужно сделать. В чем моя выгода? В том, что вывести участников на 150 тысяч рублей в месяц, и чем быстрее мы доведем вас до результата, тем быстрее вы сможете себе позволить наши премиальные программы. Здесь, конечно же, я не скрою, я спокойно могу об этом сказать, работаю для тех людей, для успешных людей, и делаю их еще успешными. То есть моей работой, моей задачей взять компанию потенциальных хороших дизайнеров, либо топового специалиста, который хорошо уже зарабатывает, и сделать его уже миллионером. То есть моя задача сделать его более успешным, и чтобы он ко мне пришел, соответственно, таких людей должно быть больше. Поэтому я вас довожу до хорошего уровня, и часть этих денег, я думаю, вы реинвестируете в наши какие-то курсы, обучение, может быть, возьмете персональную консультацию, то есть я всегда буду работать. Пока вы это сделать не можете, потому что денег, скорее, у вас всего нету, да, на это, и вы не уверены, что вам это поможет. Поэтому есть участие в клубе, а потом перейдете на курс. То есть тут, в принципе, все
просто и легко. Ну и помимо того, что просто мне это интересно заниматься, да, человек с энтузиазмом, без энтузиазма, только ради денег не может рассказывать так, как я это делаю. Я это делаю по велению души, то есть другого я делать не могу и не хочу. Это моя цель – делиться знаниями системными. Зачем платить за клуб, если и так информации много бесплатно в интернет? Частый вопрос, именно потому, что там очень много всего и непонятно, как действовать. И можно, конечно, найти очень много всего, можно какие-то видео мои посмотреть бесконечные, бесплатные. Но не просмотр решает, решает именно действие. Тут, наоборот, ключ в ограничении информации и в примерах, то есть как делать надо, как делать не надо. То есть мы там неделю делаем упаковку, вторую неделю делаем там продажи. То есть работаем на конкретный результат по какой-то конкретной цели. То есть вы не смотрите, не изучаете, как оно в теории должно работать, а вы конкретно делаете. В этом отличие. То есть бесплатно, бесплатно, мы, наверное, уже много чего посмотрели. Пора действовать. То есть действовать здесь достаточно недорого, просто и эффективно будет, если вы готовы и собрались. Что лучше купить, курс или клуб? Ну, здесь не вопрос, что лучше, можно и то, если есть деньги на курс, то курс, конечно, предпочтительный, но клуб тоже не мешает. Я в клубе буду рад видеть всех наших выпускников, всех курсов. Если вы хотите постоянного общения, движения, обмена информацией и новыми эмоциями, приходите в клуб. Я думаю, цену, которая сейчас за клуб, она для вас точно подъемная. Особенно, если вы проходили курсы, вы уже точно зарабатываете, потому что все наши курсы так или иначе связаны с повышением дохода через внедрение навыков. Можно ли мне попасть в клуб, если у меня нет профессии и просто наблюдать? Если вы еще не дизайнер, не какой-то профессионал, не профессионал там в другой теме, то, в принципе, вы можете наблюдать, но как бы сильно вам ничего это не поможет, потому что мы здесь монетизируем именно уже ваши навыки и знания. Мы здесь не учим вас профессии, вот что самое важное. Вы должны уже что-то уметь делать, и за что-то вам должны платить клиенты. Можно почитать про клуб подробнее. Подробного более описания нет, картинок нет. Я вот, видите, сделал текст, то есть просто вот рассказал от себя, как это работает. Подробнее читать смысла нет, это определенно. Если вы это посмотрели, послушали, почитали и еще не готовы, не приняли решение, клуб не для вас. Не надо поступать, не надо общаться, не надо смотреть больше, то есть, значит, вам пока это не подходит. Вот, в целом больше информации здесь ни к чему. Если не сомневаетесь, то оплачивайте годовое участие уже, да, можно годовое участие оплачивать, можно помесячно, то есть, как вам будет удобно. Помесячно чуть дороже, да, потому что там, ну, в общем, платежи будут списываться, система вам будет списывать еще, ну, налоги и комиссии, да, а годовое единовременное гораздо быстрее. Пишите мне в директ, если смотрите онлайн, пишите на почту coaching@design.ru с нашего сайта. Подходите к нам на стойки, если вы сейчас на конференции. Вам наша помощница, девушки, все расскажет. Увидимся с вами в клубе. Клуб стартует уже очень скоро. Набираем первых участников и стартуем до вашего результата. С вами был Станислав Орехов. Надеюсь на ваш творческий потенциал и финансовый результат.